Все, да? Паравенко Александр, команда Madman. Да, команда показала хорошую игру, в принципе, заняла почетное место, но последний матч что-то вы немножко втроем не собрались. Пошли, да? Ну вот именно, да, из-за этого, наверное. Олег, например, форвард уехал там в отпуск туда-сюда. И опять же, все равно мало людей. Нам тяжело так, что без замен. С последней играть. Да и как бы мы считаем, что мы плохо сыграли и основную игру с Силтик, или как мы помним, да? Которые как бы первое место заняли. То есть это была игра, да, если мы выиграли, я думаю, мы бы первое место заняли. Вообще по турниру, как тебе турнир в этом году? Многие говорят, команды усилились, но было больше сильных стало. Мы очень долго играем в этих турнирах. Я лично не знаю, сколько лет уже. Наверное, с самых первых турниров. Я расскажу, уровень просто аматорского футзала вырос настолько высоко, что это очень хорошо. То есть сейчас вот мы даже видим, ребят разминаются, играют здесь в аматорском турнире, но не играют и в экстралиге. То есть и там они смотрятся. То есть... В этом плане очень хорошо. Но мы, у нас опять турнир какой-то получился разбросанный. Мы в квалификации, пол квалификации играли плохо, потом хорошо. Точно так же потом в одну группу прошли вообще всех с огромным счетом. А тут как бы опять забуксовали. Ну, какая у нас команда. Когда будем ждать от вас результатов, когда вы усилитесь и серьезнее будете, ну, мы прогрессировать. Сказать, так как у нас нету спонсора, поэтому говорить об усилении каком-то конкретном мы не можем. То есть, как ребята попадаются там нам, да, мы предлагаем, если они готовы играть, потому что мы платим сами за себя, поэтому усиление – это, скорее, случайность может быть. Не, ну мы и таким составом можем играть, просто надо сыгрываться, надо собираться. Ну, в любом случае, поздравляю вас и ждем вас в следующем году. Спасибо, будем обязательно.